Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. Деньги из краевого бюджета направят на решение социальных вопросов. За это проголосовали сегодня депутаты городского собрания. Безопасность прежде всего. Глава Сочи отметил, данные обо всех нанимателях дачных домиков и гаражей должны быть известны правоохранителям. В Сочи увеличили количество рейдов по ценообразованию. Проверки сегодня проходят во всех районах курорта. 73 года назад завершилась блокада Ленинграда. Сегодня в Сочи проживает почти 100 человек, спасшихся от голодной смерти. Стадион «Фиш» будет полностью готов к 1 марта. Это окончательная дата, без переноса сроков. Такое условие поставил накануне губернатор края. Вениамин Кондратьев проинспектировал футбольную арену. Когда на стадионе появится Wi-Fi и сколько волонтеров будут работать на первом тестовом матче, знают наши краснодарские коллеги. Больше 3,5 миллиарда рублей и 2 года понадобилось на то, чтобы провести стадиону операцию по смене спортивной ориентации. Сейчас с уверенностью можно сказать, «Фишт» из олимпийской площадки превратился в полноценную 45-тысячную футбольную арену. Постелен современный газон, построены дополнительные трибуны, готовы раздевалки и душевые. Так поле увидят тренеры команд и игроки отсюда, со скамейки запасных. Пока стадион еще пуст, здесь можно присесть, почувствовать себя, например, игроком сборной России по футболу. Тут специально регулируется угол наклона спины, есть подогрев, для этого специальная кнопка предусмотрена. В общем, все условия для того, чтобы футболистам осталось показать только хорошую игру. Масштабы проделанной работы впечатляют. Только труб для подогрева газона уложили 32 километра. Последние штрихи в общей картине преображения стадиона сегодня оценил губернатор края. Сам стадион, вот чаша его на хорошем уровне, безусловно. Главное, чтобы все это не было, коллеги, муляжом. Оно должно быть рабочим сегодня в первую очередь. И все инфраструктуры, все коммуникации, которые сегодня будут способствовать тому, чтобы стадион ожил, они должны зафункционировать. Без сбоев, коллеги, ответственность не на всю страну, на весь мир. С инспекцией Вениамин Кондратьев на «Фишке» не в первый раз, поэтому смотреть парадную картинку отказался сразу. Вот по таким красивым помещениям предлагаю не ходить. Давайте пойдемте туда, где нужно сегодня незамедлительно принимать меры. Инженерные и информационные коммуникации – то, что делает спортивную арену живой. В диспетчерском пункте, куда будут стекаться данные с камер видеонаблюдения и других систем безопасности, глава региона требует быстрее установить и подключить мониторы в единую сеть. Некоторые из них даже не распакованы. Кто отвечает за наладку системы? Я отвечаю. То есть, я еще раз подчеркиваю, коллеги, здесь уже, допустим, уже без ИКУ и кукуреку, потому что времени просто реально нет. Каждые сутки у вас должен быть доклад, а вы докладываете мне, если идет сбор. Все недочеты должны быть устранены к 1 марта. Об этом Вениамин Кондратьев говорит на совещании, которое проводит здесь же, на стадионе. Несмотря на то, что арена готова почти на 100%, до сих пор остаются технические замечания. Например, не установлены навигационные стенды и нет беспроводного интернета. Однако в департаменте информатизации края Wi-Fi на «Фишке» пообещали запустить уже в феврале. Тем более, что рабочего времени для этого будет хоть отбавляй, заверил чиновников губернатор. 24 часа в сутках. И каждый час можно использовать. 24 часа до сих пор остаются в вашем распоряжении, коллеги. У всех. У нас не может больше быть никаких переносов сроков. Никаких. Ни у кого. Ни у подрядчиков, ни у субподрядчиков, ни у субсубсубподрядчиков, ни у кого. Перед Кубком Конфедерации, который пройдет в июне, в том числе 4 игры в Сочи, на «Фиште» обязательно должны состояться тестовые матчи. Первыми газон опробуют футболисты сборных России и Бельгии 28 марта. А билеты на товарищескую игру поступят в продажу уже 1 марта. Во время тестовых мероприятий мы должны организовать работу волонтеров, стюартов, которые находятся в зоне ответственности Краснодарского края. В этом плане, Вениамин, мы, собственно говоря, работаем. В рамках тестового матча также запланирована работа 250 волонтеров. Работа по подготовке к Кубку Конфедерации идет и за пределами стадиона. В Краснодарском крае утвердили схему движения автотранспорта, которая будет действовать на время игр. Так, на участках дорог появятся полосы только для аккредитованного общественного транспорта, закроют и движение по улицам рядом со стадионом.
схема движения автомобилей утверждена. Да, план управления перевозками. И вы правильно подчеркнули, что это только, наверное, в нашем крае сделано. Коллеги, ну ее надо не только утвердить, но и обкатать. Несомненно, мы вот и начинаем вот это делать. Это очень важно, чтобы жители города привыкли к этому алгоритму, поверьте. Иначе. Потому что они должны быть первые этот алгоритм обкатать, а потом уже отдыхающие, а потом уже и футбольные болельщики. То есть вот эта схема должна быть жизнеспособной. Не на бумаге она должна быть, коллеги, а реальной. Несмотря на временные ограничения, связанные с проведением Кубка Конфедерации, Кубань получит импульс к развитию собственной инфраструктуры. Купленные к играм 60 автобусов после чемпионата выйдут на маршруты в Краснодаре, так же, как и современные машины скорой помощи, которые останутся в Сочи. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи. Деньги, полученные в рамках софинансирования из краевого бюджета, направят на решение ряда социальных вопросов. За это проголосовали сегодня депутаты на внеочередной сессии городского собрания Сочи. В рамках заседания утвердили и состав избирательной комиссии курорта. Рената Шипулина с подробностями. Муниципальная избирательная комиссия сформирована для дальнейшей работы. В рамках сессии депутаты открытым голосованием утвердили последнего кандидата, вошедшего в ее состав. Мы утвердили состав избирательной комиссии в соответствии с законодательством и в составе 10 человек. 5 человек нам пришло решение краевой избирательной комиссии, включили в состав, и 5 мы избрали здесь на сессии. Комиссия сформирована и готова для работы на очередной 5-летний период. В рамках сессии народные избранники рассмотрели и вопрос распределения дополнительных средств, полученных из краевого бюджета. Сумму софинансирования в размере 326 миллионов планируется направить на решение социальных задач, в том числе строительство школы в Верхней Беранде и детского сада в Лау. Софинансирование у нас предусмотрено в полном объеме. Деньги находятся в краевом бюджете. Соглашение мы согласовали, поэтому работа должна двигаться. Сам бюджет у нас составляет по доходной части с учетом межбюджетных трансфертов на 2017 год, с учетом данных уточнений 10 миллиардов 443 миллиона и, соответственно, расходы у нас сбалансирован и без дефицита. Дополнительно 70 миллионов получит департамент городского хозяйства. Часть средств, в том числе, пойдет на ремонт глубоководного выпуска в Адлере. Решат вопрос и о продлении работы специалистов наркологического и кожвендиспансеров в муниципальных помещениях района. Города. Бюджетное ассигнование решено увеличить департаменту транспорта. Речь идет о предотвращении банкротства МУК «Сочиавтотранс». О необходимости поддерживать муниципальные предприятия говорит и глава города. Если у нас существуют невыгодные маршруты, то эти невыгодные маршруты будем компенсировать за счет местного бюджета. Без этого мы, наш сочинский автотранспорт содержать не сможем. Мы уже сейчас запросили анализы и из управления экономикой, которое координирует работу не только МУП «Автотранс», но и другие муниципальные унитарные предприятия. При получении этой информации мы рассмотрим его на социальных комитетах. То, что там сложное финансовое положение, да, причины будем анализировать. Профильные комитеты планируют провести заседание совместно с департаментом городского хозяйства. Речь пойдет о контроле работы автотранспортного предприятия и об оценке его экономической деятельности. Слушание назначено на 8 февраля. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинцы должны соблюдать меры безопасности. Неправильная эксплуатация отопительного и газового оборудования только за этот месяц стала причиной серии пожаров. Они произошли в бараках и частных домовладениях. Какую опасность еще могут представлять гаражные кооперативы, бытовки и дачные домики? Об этом говорили сегодня во время совещания по организации общественной и пожарной безопасности. Расскажет Татьяна Говоркова. Все будет с вентиляцией, как положено. Всех буду инструктировать тоже, чтобы было более безопасно у нас. До недавнего времени Владимир Черепахин был в числе тех, кто не соблюдает меры безопасности, хранил газовый баллон в неположенном месте. А такое пренебрежение к собственному жилью может нанести вред не только самим хозяевам, но и соседям. Отдельное внимание временным хозпостройкам, в которых незаконно проживают люди. Именно такие бывшие бытовики наиболее пожарно опасны, как случилось это в бараках на улице Транспортная. Серия пожаров, прошедших в этом месяце, наглядно показала, соблюдать осторожность нужно во всем –
К беде может привести и неправильное использование печного оборудования и мощных отопительных приборов при некачественной электропроводке. Нужно помнить о том, что все розетки, вилки и приборы должны быть исправными. Нагревательные приборы запрещается размещать вблизи штор, мебели. Также электроприборы не следует оставлять в режиме ожидания. Нужно обязательно выключать все приборы из розетки. Об этих простых правилах государственные инспекторы пожарного надзора напоминают всем жителям гаражных кооперативов и бараков во время рейдов. За несоблюдение мер безопасности жильцов привлекают к административной ответственности. Но не только этим опасны подобные строения. В большинстве случаев гаражные кооперативы и вагончики сдаются в найм. А вот личность временщика не всегда проверяется. И здесь уже бдительными нужно быть не только хозяевам, но и председателям кооперативов, садовых товариществ и ТОСам. О том, какие меры нужно предпринимать, чтобы не допустить трагедии, Анатолий Пахомов обсудил с ними на сегодняшней встрече. Главная наша задача – это быть бдительными, обращать внимание на неизвестные, незнакомые предметы. И, конечно, самое главное, на что мы должны с вами обращать внимание, это на неизвестных нам жителей. Хочу сказать, что максимальное большинство наших председателей ТОСов, председателей садоводских товариществ, председателей гаражных кооперативов, домкомы действительно очень порядочные, и благодаря их работе полиция отработала почти там за тысячи разных мероприятий. Из этих мероприятий 800 были действительно лица, на которые вы указали, они имели проблемы с законом. И, конечно, благодаря тому, что они были выявлены, этого, то, что, может быть, они замышляли, то, что они могли сделать, этого не произошло. Поэтому я отмечаю, что то решение, которое мы когда-то вместе с вами приняли на антитеррористической комиссии, когда сказали, что все председатели ТОСов, квартальные комитеты, гаражные организации, садоводческие, просто обязаны по каждому дому, по каждому объекту недвижимости дать информацию правоохранительным органам. Кто это сделал, огромное вам честное спасибо. В целом обстановка в Сочи спокойная, отметил Анатолий Пахомов. Курорт находится на третьем месте по обеспечению общественной безопасности. На сегодняшний день в охране общественного порядка задействованы 6 добровольных народных дружин, которые ежедневно патрулируют улицы курорта совместно с казаками и полицейскими. Но вопрос безопасности должен быть на первом месте не только у правоохранительных органов, но и всех жителей. И формальности в этом недопустимы. Житель улицы Альпийская Владимир Черепахин это уже понял. Теперь будет следить и за бдительностью соседей. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи увеличили количество рейдов по ценообразованию. Проверки цен в магазинах и супермаркетах, на рынках и ярмарках сегодня проходят во всех районах курорта. Мониторинг проводят 7 рабочих групп. В их составе сотрудники администрации и простые сочинцы, члены народного контроля. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Мы перепишем сейчас ваши цены. Это пожалуйста, для того, чтобы выяснить, какие у нас средние цены на рынках, и потом сравним с сельскохозяйственными ярмарками. Центральный городской рынок. Члены рабочей группы, в их числе специалисты мэрии и народного контроля, проводят мониторинг цен. Проверяют стоимость овощей и фруктов, сахара, масла и круп. Цены на каждом прилавке фиксируют. Интересуются, откуда привезен товар и насколько обоснована его цена. А почему картофель вот как-то дороговато, мне кажется, 40 рублей? Привезти, все заплатить, бензин, привоз. Ну, за все буквально платить надо. Место за все платим. Ту же картошку, но уже на ярмарке выходного дня на Мацесте можно купить по 20 рублей. Здесь вообще цены ниже, чем на рынке. Нам заранее звонит администрация, говорит, что вот цена вот такая. Допустим, картошка 23 рубля. Если меня устраивает, я еду. Ценники мы всегда ниже положим, ценники, чтобы это же хозяйство не ярмарка. Здесь надо дешевле все. Мы оттуда привезем сюда и все дешевле.
Продавцы на ярмарках несут минимальные затраты за содержание торговых точек. Помимо этого, они не платят за торговое оборудование и освобождены от имущественного налога. Кроме того, у них нет необходимости иметь холодильники, оплачивать счета за электричество и ряд других привилегий. Торгуют только по выходным. За 3 дня надо все распродать, потому что назад в станице везти овощи и фрукты просто невыгодно. Потому и цены ниже. И, конечно, это привлекает перекупщиков. Они занимают места за прилавками, торгуют и в будние дни, естественно, уже по более высоким ценам, чем на рынках. Такие моменты мониторинговые группы будут выявлять и пресекать подобную торговлю. Ведь в конечном итоге, в том числе и цены на продукты, делают Сочи непривлекательным, как город-курорт. Любое ценообразование входит в составляющую конкурентоспособности курорта. И если каждый, сидя в магазине шаговой доступности, в такси, где-либо в ресторане, в гостинице, будет думать, что он понемножку, по чуть-чуть, еще увеличит, все это в итоге, в общем, сделает все неконкурентоспособно. Каждый из нас должен понимать, в общем, и находясь в маленьком магазине, да, там, или находясь в больших сетевых магазинах, о том, что борьба за туриста может начинаться или начинается, в том числе около его прилавка. Рейды по магазинам и супермаркетам, ярмаркам и рынкам будут продолжены. Сегодня важно понять, где и почему продают одинаковые товары по разным ценам и откуда в Сочи везут продукцию. Наказать за высокую стоимость продуктов продавцов по закону никак нельзя, но вот покупатели всегда могут проголосовать рублем. Инга Габейшая, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Спрос есть, но мало предложений. Это касается кубанского вина, которого на сочинских прилавках немного, а производство достаточно большое. Сегодня в администрации города о поддержке местных производителей говорили с оптовиками и руководителями супермаркетов. Слово Елене Овсециной. Любому магазину нужна выгода. И если она есть, дела пойдут в гору. Торговля при хорошем маркетинге должна в первую очередь ориентироваться на спрос покупателей. А он на кубанскую продукцию всегда есть и немалый. И со стороны сочинцев, и со стороны гостей курорта, которые на отдыхе желают попробовать именно местное вино. К сожалению, в наших магазинах его мало. Это качественно, это не порошковые вина. Это мы видим виноградники, мы видим эти заводы. И, конечно, мы должны это все поддержать и выставить это все на прилавки, потому что наши отдыхающие хотят этого. Ну, это, конечно, и налоги, это, конечно, и реклама города Сочи и Кубани. Поэтому мы этим сейчас занимаемся. Та доля, которая есть сейчас в общепитах, в оптовых предприятиях, в магазинах, не удовлетворяет никого, потому что это доля около 30%. А может быть и 50% и 70%. Все зависит и от желания торговцев поставить на полку товар заграничный или же из ближайших регионов страны, или поддержать кубанских виноделов, которые знают, как сделать качественное вино, но не знают, как его продать. И вот тут поможет городская администрация, которая пообещала посадить за один стол переговоров производителей, оптовиков, сетевиков и представителей общепитов. В сочинских ресторанах, отметил Олег Ясюк, официанты должны как дважды два знать, какие напитки в регионе наиболее качественные. А в магазинах неплохо бы выделять отдельным стендом товары, изготовленные на Кубани. Участники совещания обеими руками за, если поставки будут налажены. Осталось встретиться и договориться о взаимовыгодных условиях. Никаких проблем нету. Единственное, должно быть предложение от производителей, по крайней мере, чтобы они о себе заявили. Получается, что заявлять о себе нужно громко и настойчиво. Неплохой пример – самый северный в мире краснодарский чай. Его старается с побережья увезти каждый курортник и как сувенир, и как частичку южного солнца и тепла. И за горами, по мнению городской администрации, те времена, когда бутылочка кубанского вина станет хорошим подарком с Черного моря. Елена Овсециной, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. 73 года назад, 27 января, была снята блокада Ленинграда. Почти 900 дней фашисты держали северную столицу в кольце. Тех, кого вывезли из осажденного города по дороге жизни, буквально спасли от голодной смерти. Детей эвакуировали в том числе и в Краснодарский край. Сегодня в Сочи проживает почти 100 блокадников. Что для них значит эта дата, расскажем в нашем следующем сюжете.
Нина Владимировна Гордеева родилась в 1931 году в Ленинграде в семье рабочих. Все как у большинства детей. Сначала детский сад, затем школа. В 1941 году началась война, а в сентябре родной город Нины оказался в кольце блокады. Беззаботное детство десятилетнего ребенка закончилось в одночасье. Для большинства жителей осажденного города настали тяжелые времена. Голод и холод царил повсюду. Спустя 73 года, говорит Нина Владимировна, душевные раны так и не зажили. Перелистывая семейный альбом со слезами на глазах, женщина вспоминает все тяготы военного детства. Мы все больше спали, одетые под одеялами, потому что было холодно, света не было. И кушать, а что это кусочек хлеба маленький, 125 грамм? У мамы никаких запасов не было, так чтобы там где-то крупы стояли, там или картошка, или что. Ничего не было. Почти три года фашисты намертво держали оккупацию города. В блокадном Ленинграде погибли более миллиона мирных жителей. Среди них и родители маленькой девочки Нины. Причина большинства смертей одна. Только голод, потому у меня папа варил столярный клей, ел. Я у него смерть принимала, он у меня на руках умирал, кровь у него изо рта шла. Вот. Мама тоже тяжело умирала. Вот. У нее пролежни были. Приходили люди, соседи, меняли ей простыни. Нине чудом удалось спастись, в числе тех, кто по дороге жизни был эвакуирован из осажденного фашистами города. Оказавшись в станице Лабинской Краснодарского края, девочка начала жизнь из чистого листа. Она оказалась в приемной семье. Новые родители работали в местной больнице. Война закончилась, семья девочки переехала жить в Сочи. Здесь уже взрослая Нина вышла замуж, родила детей. После работала в детском садике, а затем в одной из страховых компаний. Сегодня Нину Владимировну окружают самые родные и близкие люди. У нее 4 внучки и 2 правнука. Для Нины Владимировны, как и других жителей города на Неве, 27 января – радостный праздник большого горя. 73 года назад советские войска прорвали вражеское кольцо и освободили город от фашистов. На территории Сочи сегодня проживает 98 свидетелей той страшной войны. Сегодня многие из них собрались в одном из залов музея истории города-курорта. Аплодисменты, цветы и самые искренние пожелания в адрес тех, кто пережил все тяготы жизни в блокадном Ленинграде. Сейчас перед ветеранами стоит новая задача – помогать воспитывать юное поколение патриотов Родины. Я не раз говорил о том, что пришло время взять в руки военно-патриотическое воспитание, встречу с нашими детьми, с нашей молодежью, именно детям войны уже. И такая организация в городе должна появиться в ближайшее время. Приглашенные на праздник блокадники получили благодарственные письма главы города. Среди них и Александра Юшина. На протяжении 3 лет она руководит общественной организацией блокадников Ленинграда. В адрес детей войны самые искренние пожелания. Здоровья, терпения и жизни. Любить жизнь. Побеждать все свои болячки, потому что у нас их вагон и тележка. Победить их. Сегодня жители блокадного Ленинграда, проживающие на территории Сочи, не сидят без дела. Они принимают участие во многих городских мероприятиях. Есть и традиция встречаться каждый год 27 января и вспоминать то, что пришлось пережить в блокадном Ленинграде, и строить планы на будущее. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. 27 января церковь чтит память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии в Сочи. Этот праздник вот уже 15 лет отмечают в приходе имени этой святой. А расположен он в селе Пластунка. Сюжет Инги Габешия. Нинооба – так этот праздник называют в Грузии, где святую Нину почитают особенно и считают своей покровительницей. Ведь именно она обратила жителей языческой Иверии, так раньше называли Грузию, в христианство, которое и стало государственной религией страны с 326 года. Главный символ пластунского храма имени святой – это виноградная лоза. Как говорится в Святом Писании, свой крест Нина несла, обвитый именно виноградной лозой. Вот уже 15 лет в честь престольного праздника прихода на Пластунку съезжаются прихожане со всех храмов города. Нина равноапостольная собирает всех, не только Нин, но и всех православных верующих. Многие настоятели сегодня приехали, это очень радует. Хочу всех сочинцев обнять, поздравить с новыми какими-то планами, с мыслями, чтобы Господь услышал все, что послужит ко спасению наших душ. В престольный праздник в храм святой Нины приезжают и священнослужители из московского прихода имени святого Георгия Победоносца. Это тоже многолетняя традиция. Порой тут встречаются даже семьи. Всегда стараюсь приезжать сюда, чтобы, во-первых,
поддержать своего брата, во-вторых, конечно, обогатить и сплотить вот эти наши два прихода, и, естественно, потом, чтобы наши два народа вместе молитвами Святой Нины славили и воспевали Господа нашего Иисуса Христа. В храме в этот день всегда много нин. В свой день ангела они считают обязательным помолиться святой, имя которое носят. Остальные приходят по велению души и сердца, в том числе пообщаться с духовным отцом. Просто чувствую потребность в этом уже. Я думаю, что нашла то, что искала. Покой, любовь, понимание прежде всего, правильное понимание веры, религии. В следующем году праздник Нинооба, в день, когда на пластунку стекаются десятки верующих, встретят в стенах нового храма, который строится на въезде в село. Архитектура, да и сама роспись здесь будут выполнены в традиционном этническом стиле. Опять же, для чего? Для того, чтобы наши близкие и родные сочинцы или гости нашего курорта, которых множество, видели все то разнообразие, которое представляет собой православная культура. Потому что, чтобы это узнать, многим людям приходится ездить за границу, а не у каждого есть такая возможность. Да, и вот такой уголочек православной Грузии вот здесь у нас будет в нашем городе. Сегодня же праздник завершился еще одной традицией храма – праздничной трапезой. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И напоследок приглашение на праздник. Завтра в Сочи отметят 500 дней до Мундиаля. Торжественное мероприятие начнется в 16 часов на площади у ратуши «Роза Хутор». Здесь же состоится открытие часов обратного отсчета. Зрителей ждет концертно-развлекательная программа, футбольная викторина, футбольный фристайл, шоу льда и огня. Приглашаются все жители и гости курорта. Вход свободный. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.